скажет. Ладно. Это будет первый танк. Думайте с тем. Войд, вот ты мне скажи, вот ты в танке качаешь вот эту вот херню? Блин, никуда я не канул. В танке. Угу. Зачем? Не знаю, что вместо нее вкачать. Вот видишь, ты даже не знаешь, о ком может быть речь. Не, я могу рассказать. Я могу за любой талант. Я могу за любой талант рассказать, Вара. Тебе это надо? Зачем? Не, зачем в танке этот талант? Вот. Ну, вот. Агро дает он. Агро. Ну такое. Средняя, огромная пушки. Ну, это вот, сколько? Ладно, пушка? Смотри, ладно, смотри, ты за Вара, если шаришь, тогда мне альтернативу. Не, после вопрос. Ты часто критуешь в танке автоатакой? Вот такие вот. Просто альтернативу назови. Пожалуйста, вот это вместо трех. Не, я рассматривал этот вариант. Что этот вариант, что тут вариант, разницы нет вообще. Ну как минимум, ни хрена не критуешь, или ты критуешь почаще? Нет, ну, это ерунда, я в крит не верю. Редко критуешь, и дотка будет вешаться, или ты будешь критовать почаще? Это намного лучше. Твой вариант с безжалостностью, это для людей, которые математики называются. Они берут калькулятор большой инженерный и вычисляют там ДПС, все по единичке. Ставлю рыбу, кушайте. По бафам, Драгонс, давай кулаки, гробоид каски. Паладиза пока нету. Гранбелл, давай щитки раздай. Так. Драгонс, МП5 еще раздашь. Короче, ДЦ и Эрдро. Три Ашамы, ДЦ и Эрдро. Тогда я на себе поставлю тогда. Ромбик. Пожалуйста, вот можешь на меня посмотреть, вот так вот танчу, держу все спокойно, практически. Меня тоже не жаловался пока. Нет, не скажу, что ты спокойно держишь, но ты держишь более чем достойно. С тобой все равно тоже стопать приходится. Я не знаю, с меня не срывает. ФДК, допустим, 262, с меня не срывает. Когда я два раза промахиваюсь, по мне босс или уклоняюсь я от него, конечно, я не могу агро набать, потому что у меня ярости нет. Ну я и говорю, смотри, просто для сравнения, 230-й тем левел у меня, 262-й ФДК дамагер, 12к там или 15 дает, он с меня не срывает. Ну если на агрон понижение так, вкачал, то ты не срывает. Сосредоточение от огня брони. Видишь, смотри. Да и... он может еще стопал, ребят. Ну. Это все фигня. Так, и. Вот да. Если Audi с тебя срывает, вот он не стопает, ему похуй. И он не вкачал вот этот талант. Если ты его удержишь, то да. Так Audi не дамажит лол. Не, он нормально бьет. Не, ну он бьет 15, но прогрел, не так уж и много. Ну агро нормально рвет, все что-то жалуются. Казгард, ты здесь? Хуй знает, он десятку создает, по-моему. Кто только так, кто не знает. Ну да. Это ты не застал у нас этого Ультраниса здесь? Нахер он нужен. Короче, смотрите, первая тактика на первом боссе. В огне не стоим, сразу из него выбегаем. Соснобытым по джобу к боссу. Танки по 4 стака меняемся. Второй будет с... выйдут два змея, бьем левую, это кислотная, Геру под нее дадим, огненную забирает. Гранбл ты, а я этот, заберу тебя потом. Захил ты этот, кислотный. Ядовитый, я понял. Да-да-да. На ледяном реве. Также все бьете, поставите ару от льда. Ну я поменяю. Тотемы повстоят. Вот. Можем, кстати, поменяться, чтобы я огненную взял, и потом с меня гранбл, допустим, забрал, я в коте с огнем Ну давай, ты тогда возьмешь огненную, хорошо. Я себя возьму кислотную. Угу. Страшно. Меня не слышно, да? Слышно тебя, как обычно. Просто погромче тебя сделать не могут люди. Сделайте меня погромче, если не слышно. Казгард, слышишь, нет?
100 тонн, хватит выебываться. А, вот. Так вот, на захила дебаф повесится, он побежит по рейду в этот момент. РДД и хилы на змеях сразу ренжу набираете, по комнате становитесь, ну, и в лужу главное не идите там. Перед лицом жгучей змеи не надо будет стоять. Паладин забирает у друида, когда он дебаф получит. Мишка побежит, размажет рейд. На ледяном реве я постараюсь его в центр отвести. Когда он вас будет откидывать, будет кидаться череп на цель, которую он побежит. От этого черепка должны вы убежать. От черепка. В крайнем случае и бегите, грубо говоря, по диагонали. Грубо говоря, в центр бежать надо. Так. Что еще сказать? Ну, это все по первому боссу. Это РЛ. Войд на танк ролит. Хурика не надо ничего. Напиши это, чтоб я не написал забыл. В Дискорде. Окей. Антони, ты пока не начал, у нас тут паладин в танке. Так надо, да? Три танка, ну что еще? Ну все, окей. И где паладис? Че где-то там? Паладис отошел куда-то. Его выбрал. Все готовы? Хорус. Еще один вопрос, врываться можно? Напульщик один. Ты с танков проверил. Ладно, давай я на меня рога напулишь на стимпе. Я первый возьму, если так. Хорус, ты туда? Хорус. Да-да, я туда. Ой, я туда. Ух, и без запустили. Я же буду сам не поел. На ромбе, на пульте. Кунсы 5 карет, ну-ка поясни. Конечно, была, я сам ставил. Блять, один на пульте, сейчас опозорюсь, короче, смотрите. Вообще. Не давай на рогу зайдем, чтобы не проблемились. Там тотем либо борт не стоит, да? На четырех стаках снимешь меня, Мишка, потом паладин. Скажешь. Хорошо. С нобальдами под жопу. Там его заклеивают. Куриков много, дыка много. Из огня только моментально выходите. Забирай. Минус одно лицо. ДЦ. Танк мешок подними, ДЦ, пожалуйста. Юси, моментально просто, не надо стоять там 3 часа. Сразу себя захил, забафать и ДЦ. Паладин, забирай. Паладин. Гран Белл. Да, уже сейчас убьет. Ну и что? Я хочу, чтоб... Присяк это Гран Белл заберешь с меня, он слышит? Я не знаю, Гран Белл, ты слышишь? Нет, плюс-минус. Иди на жгучую. Заберешь, когда скажу. Где даем? Ренжу на бали РДД, хилы. Ренжу. Молодец, мы уже начали. Слишком уж долго. Забирай, Гран. Забери. На мидках кинулась. Танк размозишь. Под боссом. Так, вроде все. Пока все, да. Сейчас смотри следующий пилот. Свалилась, у Гран было.
кинулась. Гамбл, по рейду побежал, разбораживай, кто зеленый. Кто зеленый, разбораживай. Милики, когда скажу вдоль стенок, разбегайтесь, ренжу набирайте. РДД хилы ренжу, пока набираем. Мы отвернули. А, все, милики, разбежались. Вдоль стенок. Стойте, стойте, не подбегайте, она еще не плюнула. Ждите плювка, вот, брызги пошли. Все, идите, бейте. Я заберу. Сейчас. Давай. Так какой. Забивайте, это чушь. На пульте сейчас на стимпе ледяного рева. Центр отведу. Ауру от льда поставьте там. Напоминаю, на ком будет черепок, от него убегайте по диагонали, бежим. Вдоль стенки никто не бежит. Блять. Вот на черепке. А черепка. Рога, ты меня не слышишь? Нет, плюс-минус. Че ты стоишь? Черепок, ты тоже убегать должен от него. Черепок, ты также по диагонали должен убегать, если что. Пиздец, блять, конечно. Черепок вдоль стенки, ой, по диагонали убегает, и все черепка убегают по диагонали. Не надо стоять. Я не вижу на кого. Грабоид. Грабоид. Вот он, две минуты. Нормально. Еще раз может удариться. Что это хера? Почему нету, кстати? Вот продолжает. Бывает, багает. Развернули камеру. Да что творно. Ёбаный. Забери, Мишка. Смотри, паладин. Забрал за... Ебать, нет. Ладно, выбили. Лесите, стимпи. Ух ты. Кто-то побежал на черепок, 100%. Тебе грудак понравился, да? Бля, ну статы так-то заебись. Еще и АП дохуя. Прям очень дохуя. Вообще пиздатая ключа. А, паладин, заходи. Тут кожа есть пиздатая. ПВК. Единственная критхаст кожа. Грудь. Бля, почему так много АП у него? Потому что у него 86 ловкости всего. Смотри. А, ну чё, захил будешь у нас моим танком, да? Чё, ну, там на ДД одень себе. Походу могу весь в ДД переодеть. Ну, весь не весь, но смотри, чтоб ХП хватало. На пул будет на этого, на Мишку сейчас. 63 косаря хватит. А, паладина, вы трэш собираете. Паладин, спекнись танка тоже. Гамбл, вы трэш собираете. Под босса заводите. А, черепок захиливается, крестик убегает, под ним будет лужа. Если что, буду говорить еще. Стараться. Видишь, как да, ДПС? Да, баф по воину. Ауру коня уберите. Паладин. Все, готовы все. Больше, по-моему, никто не умирал. Ну, кроме ДЦ.
Ты, наверное, принял вот эту. Одну поняли. Тошнотворный. Никитос, видишь, да? Вроде как ДПСа немного, блядь, а урона. Что-то, блядь, не знаю, это действует. Не знаю, я рекаунт не включал вообще. Фрэнсис. А ты что, Влада сделал себе? Влад. Жесткий какой-то. Шапер, друг, назад встаньте, чего прям ко мне оба встали? Рэнджу, наберите РДД хилы по спокойку, да? Отсоситесь. Не знаю, там Блад еще как-то сделал. Какой-то нормальный Блад по Владу. А он может тестерю на себя кидать? Нет. Что подал, редко кидает этот, ударом сердца бьет. Я не могу кидать на себя стерео. Почему? Блад может ужасно целеписный. Почему я если в танке на себя могу кинуть? Что, так можно было? Конечно, можно себя кидать. Я сейчас такой нихуя кидаю. Кидаешь стерео, вызываешь меч и все, и пошел. Ну, потом... Фрэнсис, как-то ты редко бьешь ударом в сердце, вообще редко. 49 раз всего. У тебя он должно быть на первом месте. Даже несмотря на 4. Я не представляю, ты 10 нахуй на плодине хуйня. Ёбаный нерв! А я не знаю, блядь, где он, видишь, я нахуй обоссался. А, народ, вулканы надо будет убить и порталы надо будет убить. Это же я тут я должен был. Сейчас готовьтесь, будет ворота откроются. Ворота сбили, маги, вы на диспеле, ШП тоже на диспеле, с босса стайков. Джефернадос убежал. Нихуя там сдуло. Ебать, РДД, хилы, вы ренжу что не набрали-то? Вставайте, шамана, быстрее. Блять. Подкат встал. О, вокруг пухана вдвоем встали и стоят, ждут. Вставайте быстрее, шаманы! Картри, вставай! Хорус выбежал. Понятно, падайте на след хилов. Вот мудак. Там просто три хила сразу сдуло. Я же говорю, блядь, по кругу сосситесь, а хули вы все тулитесь? О, видели стерильную себя кинул, как ДПС сразу поднялся. Да пиздец. Так если мы бы тебе не сказали, ты бы... Я все равно бы к этому пришел. Я чисто такой ДПС, что думал еще, блядь, у меня есть шанс его догнать. А он, сука, стерильный кидал. Сука. Шаманы, рассоситесь по кругу, все РДД, рассоситесь по кругу. Маги, на диспеле моментально. Как появились стаки, так сразу диспелите, шипы также помогаете. Почему шаманы сразу не встали, как попросил вас? Ну, хотите я... сказать, что у вас не было, что ли? Все бурсты на КД, что за херня? Пахан, да мне хотя бы это, до валик дожить, ДПС померить. Бля, вы гробойда в рекаунте не видели? Я просто ищу, бля, где он, я хуй знает. Он где-то должен быть обязательно. Ладно, ладно, сейчас поставлю рыбу еще раз. А чё, как там? А ну бы потраем, посмотрим, чё как. Заново она получится, не получится у нас. А кто у нас еще паладис танкует, да? Паладис. Да. Ну тут, в принципе, один. Там главное один танк. А нахуй нам мануп, если он 50 не из 50. Уже все пиздает. Ну ты хотя бы научился его сейчас убивать. Я же не говорю, что мы будем его прям траить. Посмотрим, что как получится у нас, люди, как понимают. Че, может, 2 минуты подождем? Нет, зачем? Нахуй. Чё, без бустов, что ли, ты? Ничто? Кушайте рыбу.
рассасывайтесь, рейнджу набирайте. Танк на позицию, потому что я запущу босса, он сразу сагрится. Все ли готовы? Атака ближнего боя 20 тысяч, да ну нахуй. Маги. Сейчас посмотрим рассеивание. Все 20 тысяч сколько. Вроде бы видят, хорошо. Так, все готовы? Ну, Мишка, давай, готовься. Я готов. Врата пустоты. Готовьтесь. Убили врата. Захил радикала. Как там? Дружаня. Бомжа. Так, захил шапешку. А, побежал Лем. Когда появится вулкан, маги, вы сначала диспелите с босса стаки, потом уже вулкан пьете. Сейчас будет вулкан. Готовьтесь. Вулкан убили. Локи по конторке инферналов. Хазер побежал. Аршан. Захил. Танкул. Бежал, танкул. Юси побежал. Диспел, да. Джафанадо уже захил. Врата. Залили врата? Мне кажется, мы бы уже залили. Я там... Ну, может быть, да. Все, на убьем. Короче, залить. Гантл убежал. Молодцы. Не понял, вы что дали? А просто уберите своих этих питов големов. Тотем уберите и на левую сторону перейдите. Сейчас будут чемпионы. 7200 в медведе. Как приятно. Я больше. Так, паладис танка. Это под пивом? Танка. Я в танке. Я где-то 9 дал. Дракон, ты с хостовой трени и вообще... Вот я продолжу, блядь, смотрю на количество, так думаю, что за хуйня. Что-то нихуя не понял. В смысле, что ты меня обогнал всего на, блядь, 13 стаков порчи? Что это за хуйня? Ты мне всего на 80 въебываешь. Обычно на 80, а тут... И смотри, и всего на 4 автоатаки ты дал больше. Что, блядь? Это я про это же. Бури, ты еще меньше дал, чем я на 5. Ты вообще, это что за хуйня? У меня прокола хуже насчет Бури. Не, вот то, что Бури меньше, это нормально. Нахуй, и забудь нахуй эту помойку. Что-то не так. Я еще на Вальках проверю, победил. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Что-то пиздец расстраивает три. Так. Ролга. Так, танки зайдут справа. Рейд
Вон туда вот переключитесь. Крестику. Топ про товар нужен? Пока нет, сейчас я подожди. Топовый нет. Есть. У нас нет топовых. Крестик. Ромбик. Будем бить череп, крестик, ромбик. Халигали. Поконтролишь крестик, если он подбежит в рейд, повцуешь его. И второй маг. Поконтролишь ромбик, если он подбежит в рейд. Рейд, перейдите, пожалуйста, в крестик. Еще раз повторю. Так, мешок. Блять, я не знаю. Ты нас похилишь, так, мешок? Как ты? Шамана не очень доверяю. Подбежал, ходки кинул, отбежал. Ну, надо, если точно, если что, хилить. Сильно захиливать. Не, просто они же на меня бегут постоянно. Хулипала нету в рейде? А я сейчас тебе дам такую, до пула одну выпьешь, одну уже там, когда кончится. Хорошо. Наш похилит. Похилит наш. Так, паладина здесь. Здесь. Так-то они, скорее всего, все на мне будут сидеть. Не переживай. Я специально раздеваюсь для этого дела. Так, шаманы, вы тут заземление все ставите, свое замедление, короче, и так далее, контролите мобов, хилов точнее. Первый будет тянуть недружелюб, череп, потом Фрэнсис, потом же Фернандес. ДК, как поняли? Я понял. Прямо в рейд. РДДшники, вы не стоите тупо, наваливайте, если на вас агрили, побегайте от этих мудаков, дефайтесь. Не надо статик оставать. Также хилы. Если на вас агрились, отбегайте от них. Дефайтесь, как хотите, живите. Тошнотон, если что, дерево поконтролишь. Юси, диспелишь рейд. ШПшка, можешь даже не бить, диспелишь того, кого убьем. После по КД, снимаешь с него ходки и так далее. Паладины, по КД на себя таунтите ретрики, кого убьете. После таунт. Теперь по танкам. Мишка, забираешь на себя ДК. Мишка, ДК на себя забираешь. Гранбелл. Забираешь на себя Рогу. Кто-то тактику объясняет так тихо или что? Сделай погромче меня, ничего, конечно, ничего не говорит. Гранбелл, Рогу забираешь. Понял? Рогу. Мишка, ДК на себя забираешь. Паладис, война. Паладис, понял? Да. Все, я заберу на себя шамана. В принципе, все. Кто что понял, кто не понял. Я с вами, да, захожу, Антон? Справа? Да-да-да, ты справа. Радикал, ты... Пока рейд похилит, если что, прибежишь нас подхилить. Тошнотон, дай СС по тошно этого танк-мешок. А уже есть. Ага. Ну сколько тебе там? Да, 12 минут. Дек, Рога, ты бьешь цель, как и бьешь. Череп, крестик, ромбик. Все, все готовы, остальные. Да я что-то, я первый залечу. А он намажет яды на срез хила. Ничего не надо. Убили. Все вместе стоим в танке, все вместе стоим. Ничего. Куда вы в эпик... Вместе ко мне все зашлись! Паладины, блядь! Блокласт. Так, Мишок, отойди еще чуть-чуть подальше. Еще Геру, может быть, дадите. Сейчас паладина прохилю. Геру там давайте, да. Я сдох. Крестик. Встанешь и отбегай сразу захиливать. Крестик, выкиньте такая. Я вставал. Захил, иди резни быстрее. Я здесь сейчас. Стою, сейчас. Убеги туда. Ты его в миликах что ли?
Да кого ты резаешь-то, ёбаный в рот, нам хила надрез. Радикал, иди к нас похить, пожалуйста. А, все хилишь, да, нас? Все хорошо. Только подальше, стой. Нихера тут бесполезного танка резать было. Следующего, да. Давай вот деревяшку. Радикал, если на тебя сагрится, отбегай. Ромбик утяните. Не беги, радикал, говорю, не беги. Давайте ромбик, потому что он больно бьет. Херно. Забань этого дерева просто, забаньте. О, там уже пол дерева нету. Да нахуй нужен, пусть бани стоит. Утяните еще. У меня КД. Кто-нибудь, ДК, притяните прям в рейд. КД. Гамба, ты так? Все, все, ты не умираешь. Просто там собака хилов грызет, и что там? Волка бы убить. Он не утянет, чтобы не убить. Так, что там? Давай вот эту хуйню. Есть вот тяжка? Пала, тяните. Тяните пала, да, пала, пока убивайте. Так, все, хилы здесь, стойте, я шамана уберу, сейчас его будем убивать. И сюда. Потом шабада убиваем. Так, давай сюда рогу. Рогу отдайте. Рогу отдайте. Дайте дизайн, рога. Заберите воина. Воина шамана заберите. Дерево, побаньте пока. Рогу убивайте. Таны ему давай там. Убивайте рогу как-нибудь. Он же лица потом будем убивать. Давай. Листа сейчас убивайте. Беспел по рейду. А, жица, потом дерево. Стал бы. А, ты бы убивал. Отходи, отходи, радикал. Ну вышло тебя агриться. Все, в раз убивался. Они пока бегают, они не будут нас бить практически. Ну все, дерево давай забьем. А, ДК давай, бить. Да, ДК, поведи туда. Поведи туда, ДК, Мишка. Сейчас. Гамбл, дай ты ДК. Сейчас его убивать будем. Дерни его, я дальше. Гамбл, ты специально, нет? Давай его выдерну, дальше дерну. Он сейчас сам пойдет. У нас походу не слышит, да, или что? Рыску. Да. Кто собирает? Вот, на забит какой-то.
А, поздно забиться. Хотя у меня только на рубине открыли. Что, добивать этого? Дайте маски спал. Под босса. Ой, под этого. Под вара. Чем по скиллазу? Джагуза не могли скиллазу убить. Как обычно. На самой хуйне, короче, упали. Сам такой беспонтовый, безобидный босс, блядь, на нём упали. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто ещё, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Какое колечко. Великие воины, и ради чего? Истинная опасность... Так. Нас ждёт битва... Вставайте, заходите. А, тотем уберите. Идите себе ко входу. Сейчас я скажу, все покажу. Так, Казгар, слышишь меня? Хорошо слышишь, да? Ты будешь кидать в проклятие красноязычие на боссов, на обоих, когда я скажу. Все, да? А, забахайте там падал шаман, паладин, друид, паладин. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее паладин, друид, испытание. Да. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Короче, на боссе будет Мишка и Стимп. Сейчас паладин, я скажу, он чёрт бать. Мишка, возьми черную, я возьму белую. Паладин тоже гамбл. И паладис тоже возьмите белую. Так. Давай гамбл. Иди к звезде. Сейчас, подожди. Поставлю эти метки. Да, гамбл. Не вот так вот, а вот, ну, сбоку вот так после рейда. Всегда сбоку рейда. Вот так бегаешь и ловишь все сверки подряд. Все черные, белые, все ловишь. Плевать вообще. Окей, да? Гамбл. Говорю, здесь я слева, ой, бля, справа от рейда ходишь и ловишь все сверки, все, полностью все. Черные, белые подряд все ловишь. Не надо только туда куда-то вперед убегать, еще куда-нибудь. Вот только вот, вот здесь и все. А там же черный, если ловить черная воронка, то дамаг повышается. Плевать вообще мне. Войд, возьми темную ауру. Так, паладис, ты слева от рейда также бегаешь, ловишь. Вот, вот я тебе даже траекторию по ней сейчас бегаю, как ты бегаешь. Ловишь также все сверки, белые, черные и так далее. Паладис, понял? Все, рейд стоит, естественно, в крестике, потом перебегаете в квадратике. Вы также по танке перебегаете. Паладис, тебе желательно, чтобы, когда ты будешь перебегать, да, рейд будет перебегать, поймать те сверки, которые противоположного рейда. От, ну, противоположного цвета от рейда, грубо говоря. Тебе можно не переключаться, просто все ловишь подряд и все. Ну и все, тактика такая же, как и в обычной 25-ке. Мишка, ты будешь на белой, я буду на черной. Чек на готовность. Пул. Шамана, так, смотрите, хильте. Наверное, даже с Герой придется. Так, ладно, даю отчет.
Да. Кидай проклятие косноязычия. Лок. Стоим, бьем. Паладину только пожмитесь с белой аурой, которая в танке. Кидай проклятие косноязычие еще раз. Бьем, продолжаем. Сейчас бейте и так. Так, я под конец. Пусть дальше костует. Еще раз кидай проклятие косноязычие. Вот. А, не успеем добить. Выбор, не ходила. Да ну нахрен. Появилась цель. У меня появилась цель в жизни. Срулить его. Линк, линк, я тебе пока передам, у меня уже есть просто. Нет, дайте нахуй. Кому какой линк, не доверяем ему, он друид. Друидам всё, спасибо, мне это бежать надо, ребят. Друидам говорил, сука, нельзя доверять друидам. Ой, в двери позвонили, да? Ой, блин, мама. Доверять можно только розовым. Истинно розовым. Еще упало, нормально. Мама кушать позвала. Короче, в магазин надо за хлебом сходить. А, сейчас попробуем тогда еще. Что-то играл было. Паладизу не доверяю. Давай, Драгон, спекни с танка, Паладиз и Грамбл, давайте в ДД. Чё ты ебать как грустно? Сейчас попробуем. Так, мне нужен один РДД, тошнотворный, ты будешь, короче, я тебе доверяю. Другие не шарят. Давай, ничего страшного, блядь, мне немного надо сферок. Будешь просто за ними следить. А мне вначале две сферки, потом на перефазе там будешь подбивать. Там мне, там, на перефазе, там, этот... Ну, точнее, когда он закопается, там не надо будет ДПСить. Я сейчас подойду. Че-то ебать в рейде ДПСа что-то много. Эй. Ну, вот внизу вот эти, которые, это ладно, там. Вот это загружание бомжа, там все понятно, как бы. Там медведь его даже перегнал, нахуй. Че-то ебать хуйня какая-то с ДПС. Я, блин, до сих пор не верю, что ты не настолько хуёв. Ну, сейчас похоже, что у тебя есть хосты, ну, намного более. Так у меня и до этого должно было быть обычно, так. Ты меня обычно гораздо сильнее въебываешь по стакам порчи. Вот я про то же, вообще не так. Не, ну по-другому, я немножко по-другому дамажить начал. Я в приоритет поставил удар воина света. Ну, после, разумеется, бури и этого, как он называется, блядь. Правосудие. Ты 10, сука, стал меньше дамажить. Я получаю больше стаков теперь. Польза Т10 упала, Никитос, блядь. Нахуй Т10 нужно тебе. Так, ну да, там была суть, то, что ты мог разрядить двойной урон от печати порчи. С повиновения. То есть сейчас получается, что у тебя просто 5% плюс. А ты мог, блядь, умножить, считай, на 10. Так, кто там у нас? Холос, ты после релогаешься, да? Сейчас я все скажу. Сейчас я скажу. Ой, я пойду. Ну как бы разница в 10 000 ДПС между Т10 моим и вообще моим сетом сами.
Ну, в плане именно Т-шек. Есть еще Т-4? Есть. Но у меня... Сейчас мы убьем эту хуйню. Что там ЕП должно быть нормально? Так. А, смотри. Короче, весь рейд, короче, будет сейчас стоять вот здесь. Да? Квадратики. А, захил, ты будешь на боссе, да? Ну, отвернешь просто от нас спиной. Тошнотворный. Вот, над боссом будет две, грубо говоря, две ледяных этих. Как тебе сказать-то? Ну, вот эти сверху. Сверху. Да, ты, вот одна, грубо говоря, слева, вот, да, вот, будет. Другая справа от босса. Ты их сразу должен две сбить. Они должны рядом друг с другом упасть. Грубо говоря, ну, край-краю. Но если не получится рядом, хер с ним, не страшно. Вот. После их... Вот две будут над боссом, ты их две сбиваешь. Все, рейд стоит в квадратике. А, Захил, ты в одну заводишь, да, лужу босса? Драгот, ты туда будешь заводить трэш свой под босса. Ты будешь собирать вот с этой стороны... Вот со стороны луны, видишь, Даганс? Да, блядь, я уже в печали. Только смотри, собирай, ну и прожиматься надо на блок. Постоянно, чтобы у тебя был висел блок. Да, чтобы так, висел, так, блядь. И спиной не поворачивайся к ним. Окей, да? Вот со стороны луны забираешь. Ох, как поворачивался сейчас. Вот, я с другой стороны буду забирать. Захил, ты потом также будешь босса уводить вот в сторону луны. Куда я показал, да? Видел? Босса. В сторону выхода имеешь в виду? Не выхода, вот в эту, к этой стене будешь отходить. А, его. Это... Вот видишь, где я сейчас прыгаю? На закапывании? Да, на закапывании. Хорошо. Так, по бобам. Драгонс первый, Габот второй, Паладис третий, четвертый Гранбелл. Хоруса нету, да? Хуёво. Вот, смотри, тошнотворный. Вот весь рейс будет стоять здесь. Будет, жук закопается, весь рейд стоит здесь. Один человек с черепком будет выбегать, как бы поставить это, в сторону ромбика. Тошнотона, твоя задача. Со стороны, в стороне ромбика, видишь лужу, сбил ее, точнее шарик, сбил там шарик. Драгон сбежит вместе с тем черепом, кидает ему боб, когда шипы уже рядом с меткой. Тот человек, который стоит рядом с лужей, рядом, по нему кидается боб. Боб висит 10 секунд. Вот ты с бобом стоишь, и тупо тебе бьют шипы. Ты с бобом стоишь и ждешь, пока у тебя не останется 2 секунды. 2 секунды остается, ты заходишь в лужу. Следующий человек будет убегать в сторону кругляшка. Тошнотворный, твоя уже задача будет со стороны кругляшка, когда на следующего кинется, разбить лужицу. Также. И то также рядом с лужицей становится, следующий будет кидать на него гробоид. Уже боб. Когда шипы будут рядом уже с этой меткой, тот человек будет стоять также. 2 секунды боба остается, он заходит в лужу. И потом также опять в ромбик беги, следующий уже бежит, следующий уже паладис будет ему кидать. Боб. Если это будет какой-нибудь шаман и так далее. Ну там может быть кто-то умрет или СС будет. Там я уже озвучу. В связи с тем вопрос. Вот ты говоришь, две сферы, да, сбить вначале рядом? Да. А на квадрате, где сам босс будет стоять, не надо? Или да? Я тебе говорю, рейд здесь будет стоять вначале. Ну в смысле, рейд здесь будет стоять. Просто две сферы здесь сбивать, и все, больше да, никто не вот, вот над боссом появятся две сферы, их собьешь все, вначале, все, потом ты поесишь, как бы. Только смотри, тошнотворный, вот со стороны ромбика, даже вот так вот, наверное, сделаю. Да и где буду там летать, я и собью, я что, выбирать не буду конкретно под ромбика. Естественно, что не прям под ромбика, я просто говорю, на этой половине. Я понял. Все. Кто не понял, что еще как делать? Вот я сейчас как объяснил. Разбредаться не надо во время закапывания. Все стоим здесь. Выбегает только одна метка. Трэш к нам сам придет. Это Паладис, кинь кулак. О, спасибо.
что таким. Радикал, тотем, ну от природы вижу, стоит тотем, да? Все поняли, да, наверное? Что делать? Ну посмотрим, я, конечно, кричать, наверное, не буду, но я постараюсь не кричать. Так, не точно. Это лучше кричу, потому что я нихуя пока не понял. Чек на готовность. Кричи, когда мне надо что-то. Я вроде нормально объясню. Тебе бабов, ой, этот, Боб. Не знаю, что-то я кому-то там, Боб, когда он там. Я нихуя не понял. Тебе на вторую метку кинуть. Я понял одно, я как тренер, да, бегаю с кем-то, кидаю. Все в трэш не переключаемся, их кливаем. У нас фуриков много, ДК, паладинов много, как бы кливаем трэш. Потихоньку ауешим. Все, все готовы. Даю отчет. На захил на друида, короче, на квадратик, на пул. Походи. Даю отчет. Еще вопрос. Мы подводим потом под Ануба, да? Ты сразу, вот Ануба поставит на лужу одну, на одну лужу Ануба поставит. Ты сразу заводишь туда, я рядом просто стою. Ну, лужа, лужа. Ну они нихуя нормально, не рядом. Нормально, в лужу заводи одну, трэш уже пошел. Кто ловит там? Драгос, ты с другой стороны, блядь, ты кого? Сука, пиздец. Спасибо тебе, блядь. Сказал же, блядь, с какой ты стороны ловит. Падайте, нахуй, блядь. Человек просто долбоёб, который, блядь, ему говоришь. Вот стой, еще показал, блядь, меткой, где ты должен ловить трэш. А Драгос, вот какого хуя? Скажи, пожалуйста, ты ловишь мой трэш. Я тебя, блядь, уточнил специально, поэтому я нажал. Я тебе метку показал, где ты ловишь трэш. Я ж, блядь, ставил, что я не готов. Что ты орёшь-то? Это можно спросить. Вот мобы вот эти, да, жуки, которые вылазят в трэш, они если вдвоем находятся, не ваншотают тоже, да? А, да, Газ, там также надо трэш сбивать ему каст. Да, Газ, вот, где луна. Вот видишь метку луну? Вот с этой стороны забираешь трэш. Все, я понял, понял. Так, куда я же спрячу? Сейчас еще раз попробуем. Хуёвый трай. А, мобы. Они не шотуют, они просто начинают быстрее бить. А, то что то, ты посмотри, вот если одна лужа упала, да, вот вторую, ну ты подожди, они двигаются, короче, да? Ну они двигаются не друг к другу, а наоборот, друг от друга. Поэтому если ну, я... Ну смотри, успею... чтобы они, короче, ну, грубо говоря, они краями только соприкасались. Можешь так сделать? А что, хорошо же сделал. Значит, чуть подальше надо просто. Давай попробуй. Ну если получится, короче, попробуй. Если так, то ладно. Да, нормально. Захил, ты попробуй, вот, грубо говоря, на какую-нибудь одну завести, грубо говоря, ближе на лужу, ближнюю, наверное, вот к луне, короче. Пул имеешь в виду прямо сейчас сразу поставить? Ну, босса, вот когда лужа упадет первая, да, вот лужа, которая будет ближе вот к стороне луне, да, вот к этой половине. Я вот понял. На нее заводи босса. Но около него сразу же должна появиться вот рядом, где ты стоишь сейчас, над тобой должна появиться сфера в этой области. Я знаю. Вот на нее желательно завести босса. Вы ее сразу разбейте, чтобы она не ушла только в сторону, иначе она уйдет. Вот здесь примерно появится. Так, да еще. Сейчас скину. Ой, блин, сейчас. Пулбаф дали. Каски не кидаю. Каски не кидаешь, да? Каски тогда... Паладис, дай каски, пожалуйста. Я даю каски что-то. А ты даешь? Да, я забыл просто. Ага, окей. Дагас, прям с ДЦ есть, но не надо. Че, рыбу поели, да? Тотем природы есть. Да, есть, это есть. А будет чудо, если мы убьем. Да, ну нахуй мы его убьем. Паладис. Все, все готовы. Даю отчет. За гос следите, потому что вот, контролится танк. Могу он плохо набирать. Танк.
Ебать, вот та сфера подойдет, потом разбьешь ее. Ну разбейте ее. Ну вот, прям над боссом. Да, летит. Ну, вторая далеко будет, короче. Она не подлетает. Она подлетит. Вот нормально. Че, я тогда подведу на лужу? Дага, забирай трэш, заводи под босса трэш, пожалуйста, свой. Да ёб твою мать! Кто там еще танкует вместе с Драгонсом? Теневой удар не сбили. Да понятно, я, блядь, меня сбрило. Падайте еще. Кто танкует вместе с Драгонсом? Скажите мне, пожалуйста. Гранбл, ты что ли? Че ты меня не слышишь, что ли? Я ж тебе говорю, в ДД ты здесь не танкуешь, тебе вообще ничего не говорил. Нахера ты танкуешь, блядь? Самодеятельность ваша хуёвая, блядь. Блядь, как меня бесят эти, сука, самодеятельные ебаные, блядь, а? В натуре. Вот кто тебя чё просил, про кого, блядь, чё, блядь? Вообще тебе ни слова не сказал, блядь, кроме как дать боб. По очереди, блядь. ДД нахер, сука, спекнулся, блядь. А чё... А, ладно. А чё, потому что у нас долбоёбы, которые, блядь, самодеятельностью занимаются. Нет, я нажал покинуть труп, и я лежал трупом дальше. А у меня исчезла эта табличка. Да это, по-моему, забагало. Сука, вот нахуя такая самодеятельность? Ну ты, блядь, если не слышишь, блядь, ты спроси. Берет, танчит просто трэш и все, блядь. Нахуя ему никто ничего не говорил, блядь. Кушайте рыбу. Еще и хуйню творит, блядь. Ауру огня, кстати, можно будет убрать. Поставьте сосредоточение. А, есть ли сосредоточение? Так, поставим. Чек на готовность. Радикал. Дает чёт. Сфера, вон, ребят, ставь. Разбивай, разбивай, разбивай. Тут, и эту сразу разбивай. Трешка вывез. Главное, пиздец далеко. Ладно. Я у ромба сразу разобью. Треш, закривали там быстрее. Итак, сейчас будет теневой удар, готовься сбивать. Сбил. Под так. Боссом бить. Тоже быстрее заклевали. Второй тоже заклевали. Даже свищем с него. Следующий трэш вышел. Даганс, лови трэш. Отвожу. Уводи босса. Трэш заклевали. Ой, ёпта. Трэш переключились. Череп выбежал на край лужи. Вон той дальней. Даганс, дашь ему боб. Метка. Дружище. Да какую ты лужу, сука, встал ты, блядь, долбоёб ты, сука, конченый, блядь. Я же, блядь, такову тактику объяснял. Даганс, дашь сейчас по черепу, боб? Дай. Понятно, нахуй. Блядь, я тоже нахуй не успел. Все, нахуй, давайте, падайте. Блядь, вот вообще. Куда вы, сука, все разбегаетесь-то, все остальные рейд?
Да не-не-не, подними, не надо подойти. Падайте, я не буду, тут просто долбоёб куда-то... Я же говорил всем, блядь! Для всех объяснял, первое, блядь, черепок бежит в, блядь, в сторону ромбика, там, блядь, стоит лужа, достань ты, сука, на край этой лужи, тут бо, блядь, потом на 2 секунды зайди в неё. Чё ж так тяжёлого-то, скажите, пожалуйста. Вы сейчас, блядь, разбили все лужи, которые нужны нам для трэша, просто нахер. Сейчас разролю лут и все. Нахуй, спасибо, блядь. Сразу минус, короче, людей. Кто не знает тактику. Тут очень сложная тактика, непростая, ее сразу не поймешь. А чё сложного? Я, блядь... Просто подетально ее объяснил, что делать. Ты рассказал, они не знают, зачем это надо делать. Они да не им не надо знать, зачем, просто сделай, как тебе сказали, и все. Потом будешь догадываться, зачем это. Ну, зачем просто не запоминают они. Не, ну, кто убивал, как бы, много раз, мы-то понимаем, зачем все это. А у них просто мимо ушей это проходит. Надо вайпаться с ними раз 50. Да сейчас разорю. Я вижу, тут бесполезно вообще. Просто вот даже вот намека нет на то, чтобы что-то сделать по тактике. Маги, дайте портал. Чё ты видишь первый раз? Вот что ты не понял из моих слов? Я еще раз спросил, вы все поняли тактику, все подтвердили. Так скажи, я долбоёб, я нихера не понял, повтори мне. Пилы. Голбой, что-нибудь надо анролла? Да, не надо. Я у него спрашиваю, а не у вас. Я говорю, выбор.